после заселения в отель мы пойдем на ближайший пляж, чтобы посмотреть, что к чему. И судя по времени, у нас есть все шансы встретить там закат. Идем мы на Плая Дорадо, идти до него совсем недалеко. В бой. Вечером достаточно комфортная температура. Вот я себя в легком свитерке чувствую очень хорошо. Ой, нас пропускают. А теперь налево. А теперь налево. А потом направо. А потом направо. Очень теплый прием. Вообще канарцы, конечно, очень гостеприимные и дружелюбные. Теплые во всех отношениях. 20 градусов Цельсия температура плюс, со знаком плюс, естественно, не минус. И еще и такой прием радушный вообще. Да. Причем это не натянуто, не показушно, а реально искренне. То есть люди, которые нас принимали, они любят свою работу. Да, и мы им благодарны за это, конечно. Я вижу на горизонте океан. С ума сойти. Новый год с такими цветами, а, Алин? Мне кажется, я уже сошла с ума. Послушай, когда придет время уезжать с Канары, я вцеплюсь тебе в ногу и скажу, не увози меня. Вцепишься в эти кусты. Смотрите, какая красивая пешеходная дорожка на пляж. Мы вышли на наш пляж и снимаем закат. Пляж находится в 200 метрах от нашего отеля. Серия об отеле будет отдельно. Ну а сейчас мы просто хотим попрощаться с вами с красивым видом. Да, картинка, конечно, на заднем плане просто обалденная. Это наш первый закат на Лансароте. Не переключайтесь, вы увидите много красивых закатов в разных частях острова. Увидимся в следующих видео. До новых встреч. Пока. И не забудьте подписаться и лайкать. А сейчас в темноте мы будем принимать нашу арендованную машину. Надеемся, увидим все царапины и сколы. Хотя нам не надо, она у нас застрахована полностью. Полная страховка. Посмотрим, пригонят ту машину, которую заказывали или нет. Ну а позже мы вам расскажем все подробности. Уж, наверное, снимать сотрудников не будем, они обычно не разрешают.